Понял, сейчас зайду, выполню первую атаку по нему, значит, маленькими. Я его только сверху вижу, он черный, сверху. Понял, сейчас определимся. Стинга, в общем. Сейчас ищу. В общем, со стороны солнца, грубо говоря, и чуть-чуть южнее еще. У него торцы, здания, стенки стеклянные, да? Все, понял. Сейчас я выполню первый заход на него. Смотрите. Мастер. Да. Слышали, да? Слышали, да? Сейчас еще разочек зайду. Понял. Мастер, 98 будет старой через 20 минут. Принял. 98 будет старой через 20 минут. 908 старой к вам придет через 20 минут. Еще два придут. Принял. Если маленький один, значит это я. 4-2-1. Сейчас еще разочек сделаю, заход. Пока не вижу, ну высота большая просто. Мастер, 4-2-1, сейчас еще выполню один заход. Ну, звук слышали, да? Ну ладно, сейчас еще разочек зайду. Вы подскажите, если надо, я могу сейчас побольше снаряда использовать. Так, захожу еще разок. Сделать? Понял. 908, подлетная, перед первому. Все, принял. Мастер, делай еще заход 4-2-1. Мастер, принял? Мастер. Мастер, 4-2-1. Мастер, 4-2-1. У меня остался еще на один заход, маленькими. Мастер, выполняю еще один заход. Или? Мастер, принял? Мастер, принял? Все, не слышно было, все, выполняю. Ты 98-й? 4-2-1, у меня остались только еще на... Только крупные остались. Нет, как раз ракеты. Правда, ответил 4-2-1. Я принял, но я делал то, что у меня есть так много топлива, и я вряд ли смогу найти его сейчас. Прогресс. Запрос один знаете? Ответил. 908, 4-2-1. 902, 4-2-1. Слышали, да? Прогресс, 902 слышал. Ну, я могу еще минут 4, в принципе, быть на месте. Все, принял, буду. 980, 4-2-1, подлетная штука. Все, понял. Я, мастер, через 4 минуты я ухожу в 4-2-1. 4-2-1 работает не ниже 2000, не ниже. Все, 4-2-1 ушел.